В селе Ермолаево прошел фольклорный фестиваль детского творчества в гостях у Акбузата. В фестивале приняли участие 51 коллектив и солисты из разных городов и районов республики. Всего около 400 участников. Они состязались в знании башкирских обрядов и традиций, хореографии и народных песен. В судейской коллегии присутствовали такие известные личности, как ученый-фольклорист Ахмед Сулейманов, башкирская писательница Марьям Буракаева и другие. Успешных выступлений конкурсантам пожелала заместитель главы администрации Люция Хамитова. Дорогие дети, язык нашего народа очень красив и богат. Пойте национальные песни на родном языке. Ваши самые прекрасные мечты пусть непременно возродятся в жизнь. С праздником вас всех от всей души поздравляю. Фестиваль творчества в гостях у Акбузата проводится для сохранения и развития традиций народного исполнительского мастерства, приобщения юных талантов к искусству башкирского народа. Кроме музыкальных номинаций, участники соревновались в конкурсе ССНов, декоративно-прикладном искусстве и в рисовании. В музыкальных номинациях были определены лауреаты первых, вторых и третьих степеней, а победители творческих конкурсов получили призы республиканской газеты «Ен Шишме», детского журнала «Акбузат» и других башкирских СМИ.